Всем привет! Сегодня на моем канале вы увидите обзор на модель танка Со-76 из Лего в масштабе 1 к 45, то есть в масштабе мини-фигурки. Начну с предпосылок. Почему я решил сделать именно эту модель? Мне хотелось сделать что-то необычное и малоизвестное. Чисто случайно я наткнулся на Со-76. Точнее, не я, а увидел его в одном чате. И решил, а почему бы не построить что-то, что до меня никто не строил? Тем более такой малоизвестный в танкостроении нации, как Югославия. У них было всего два танка. Со-76, который является гибридом, и Возила-А, который является переделкой, а точнее глубокой модернизацией Т-34-85. Но сегодня не о нем, а о Со-76. Это танк-гибрид. Он построен, даже не построен, а как сложен из двух танков. Американского М-18 периода Второй мировой войны и советского Т-55. Танк этот в боевых действиях участия не принимал, по крайней мере, нету проверенной информации об этом. Он был построен, а точнее собран из двух танков во время югославского конфликта 91-96 года. Что ж, пожалуй, по исторической части это все. Перейдем к самой модели. Я расположил ее на небольшой виньетке. Достаточно простая дорога и пустыня. Все ж, снимем весь обвес, который есть на танке. Три запасных катка. Винтовка. Ящик. Танкист. Лопата. Пулемет. Модель получилась достаточно хрупкой. И цепь. Как видите, он остался такой голенький. Модель это в 45-м масштабе, то есть масштаб мини-фигурки. Конструкция рубки получилась довольно хрупкой. Как видите, она все время разваливается, но без этого никуда. Что ж, сейчас я вот отсоединю саму рубку и покажу ее поближе. Ее было достаточно сложно сделать в правильной геометрии и в то же время открытой. Пришлось немного нелегально. Корпус стандартный от Т-55, как и должен быть в таком масштабе, с катками в 1,5 пина, даже чуть больше. Так, присоединяйся. Ну и стандартным. В общем, про корпус ничего интересного сказать нельзя. Башня, да, сложноватая, но не прям, чтобы какая-то невозможная конструкция. Очень хотелось использовать в ней клипсы, но не было, да и, так сказать, совесть не позволяла. Точнее, были, но они обе ушли на полке. А остальные, они коричневые, я их пока что красить не хочу. Что ж. Собственно, вот такой вот мини-обзорчик у нас получился. Так. И на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите инструкцию. Она выйдет примерно на выходных.